Всем привет, друзья мои, играем в Hilco Impressing 2. Наконец-то ивентик, связанный с супербайком. Давайте посмотрим сразу награды. Так, скинов не видно. Скинов не видно, к сожалению. Так, ребят, короче, тут у нас уже готовые детали, готовый байк. Так что давайте начнем. Не будем тормозить, тянуть время. Начнем, посмотрим, что у нас там в гараже. Так. Сейчас попробуем настроить под себя. Так, этот. Форсаж, короче, топливный ускоритель и монетный ускоритель. О, зафиксировано все на 20. О, подожди. Прижимная на первый уровень. Подвеска, сцепление, мотор на 20. Ничего себе. Чё-то прям разработчики дали жару. Прижимную убрали совсем, прикиньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну как обычно, я, ребята, на полтора часа позже начал снимать, поэтому сейчас конкурировать, конечно, мне будет сложновато. И так как уже готовый байк с деталями, новичкам тоже дают возможность неплохо так заработать, наверное, баллы. Да, то есть все зависит от ваших от вашей пряморукости. Так, что у нас там? Детали здесь не совсем те, которые нужно стоят. Так, ну давайте попробуем. Блин, да что же мы будем делать? Стартовый ускоритель. Крылышки. А, ёк-макарёк. Блин, ребят, что за дела-то? Подожди, а что? Я не понимаю. Неужели зацеп тоже надо ставить? Потому что чувачок там с зацепом неплохо так, смотрите, стартует. Лучше, чем без зацепа, да? Лучше, чем мы без зацепа. Блин, ну ладно, давайте все-таки догоняем мы с такими деталями. Ё-моё, что есть, что нет. Зачем только поставил? Что-то у нас толку сейчас не было вообще никакого. Господи, ты, боже ты мой, ну давай. Минута еще в запасе есть. Гоночка у нас не длинная, поэтому... Да что ж ты будешь делать, ну-ка. Так, я чё-то не понимать. Так, топливный подожди, а там топливо-то у нас по дороге есть или нет? Слушай, чё-то я не помню. Не обратил внимания. Ё-моё, а чё я делаю-то вообще? Подожди, крылышки нам... Нет, крылышки нам не нужны. Зацеп, ладно, бог с ним, пусть будет. И старт... Стартовый поставим. Так, стартовый форсаж и зацеп. О, слушайте, ребят, реально быстрее стартует. О, вот здесь бы, конечно, топливный пригодился. Угу. Так, 30-я позиция, 7-я, 30-я позиция, 7 баллов. Слушайте. Давай. Есть. Я не знаю, в топ-10 попадаем, нет. Не попадаем, к сожалению. 21-я позиция, подвинут, не подвинут. Да, в принципе, какая разница, 8 баллов. 27-я позиция, ё-моё, 7 баллов. Ну окей. Так, следующий открытый воздух. Открытый воздух. Блин, а вот здесь? Я думаю, здесь... Я не знаю, что здесь надо брать. Я не знаю, что здесь надо брать. Крылышки. Что еще? Форсаж. Не, ну крылышки, может, и не нужно. Давайте попробуем, знаете что? Форсаж, монетный и топливный ускоритель. Ну, давай попробуем. Что это нам даст? Так. Ну, допустим. Здесь не совсем удачно получилось. У чувачка там крылышки стоят, и еще и крутилочка стоит зачем-то. Может логично, не знаю, ребят. Пока что я... О, ничего себе, подождите-ка. А тот чувачок вообще там пролетает неплохо так. Ну давай попробуем тоже. Так, крылышки, стартовый и форсаж. Ну... Давай попробуем.
Не, ну все равно мы с вами не пролетаем сразу две горочки. А как он это делает? Подождите, ребят, что-то я не понимаю. Подожди. Форсаж? Он назад дает, что ли? Слушайте, он назад дает. И усиленная турбо, похоже, стоит. Так, тогда мы убираем стартовый, ставим усиленная турбо. Ну-ка. Он, похоже, немножко назад дает. А нет. Ё-моё, ну чё за дела? Нет, ребят, тоже не вариант. Ну-ка еще раз, только дадим еще назад сильнее. Нет, нет, это нам ускорение вообще не дает никакое. Вон у чувачок усиленная турбо. Почти, слушайте, почти усиленная турбо. Так, я не знаю, усиленный турбо, форсаж. Ну ладно, давайте добиваем, короче. Времени уже нет совсем у нас экспериментировать. Но конкуренция, я вам скажу, жесткая. Жесточайшая просто конкуренция, господа. Блин, вот здесь вот. Вот здесь прям капулечек ведь, а. Вот здесь капулечек ведь не хватает. Прям чуть-чуть, там пару метров, чтобы спуститься четко. Блин, ребят. Чтобы спуститься четко, прям чуть-чуть там не хватает. Эх, 6 баллов, 6 баллов. Счастливые кемперы. А вот здесь, здесь по-любому нужен зацеп. Ну, крылышки попробуем оставить с форсажем. Посмотрим, что это нам даст. Так как здесь грязь, поэтому, ребят, я решил поставить все-таки крылышки оставить. Так, ну довольно-таки неплохо сейчас получается. Ребят, довольно-таки не совсем, конечно, быстро, но зато четко. Четко, без затыков, без замыков. Ребят, в принципе. Так. Так. Еще лучше. Ничего себе. Слушайте, неплохо. 11.4 у чувачка. Так, какие детали стоят? Усиленный турбо. Ой, спасибо, ребят, спасибо. Усиленный турбо. Форсаж монетный. Насчет крылышек, наверное, все-таки надо убрать их. Слотик занимает. Ну, давайте попробуем убрать. Зацеп, возможно, должен надо убрать. Так, монетный. Я не знаю, короче. Давайте пробуем форсаж, монетный, усиленный турбо. Блин, вот здесь вот не заехали, это, конечно, печаль, беда. Нет, ребят, что-то не то. Ну, все равно слабовато. Так, слабовато, зацепа нет. Так, давайте еще раз посмотрим, какие детали у чувачков. Стартовый форсаж крылья. Стартовый форсаж крылья. Блин, зачем изобретать велосипед, да? Крылья, стартовый форсаж. Ну давай попробуем. Зачем изобретать велосипед, если уже все за тебя придумано давно? А он прям пролетает, получается. Пролетает прям неплохо так. Ну, немножко лучше, на секунду даже. Так, пока что 8 баллов. Блин, стартовал плохо. Слушайте, ну он лучше летит, смотрите. Ну, в принципе, мы тоже зацепились. То есть в топ-10 должны попасть еще на одну секунду. Блин, 14 по ней, ребят, немножко не хватило. Там пару позиций, наверное, нам не хватило, да? К сожалению. К сожалению, так, 15 позиций, 8 баллов. 16 позиция. Да, двигается дальше. Конкуренция вообще жесточайшая. 0... На... Отстал, короче, на 0,7 секунды. На 0,7 секунды. Так, ну и последний билетик. Давайте оставим. Лесная тропа, все то же самое. Не знаю, какие детали здесь надо брать пока что. Так, ребят, что-то мне подсказывает, что здесь не крылышки надо брать.
Да, не крылышки, а. Хотя, может, крылышки здесь и нужны. Форсаж, монетный и топливный ускоритель. Как вы думаете, прокатит? Форсаж, монетный и топливный ускоритель. Давайте попробуем. Так, куда падаем? Найс. Но топливо не взял. Это минус. Ну давай, попытка номер два. Слушай, что-то вообще какая-то каша получается, да, с такими деталями. Но все-таки, наверное, добьем. С такими деталями до конца давайте доедем. Может, что и получится. Блин, вот это топливо я пропускаю. Это неплохой бонус бы дал, в принципе. Тогда попробуем в том месте тормознуть немножко. Вот здесь вот. Но что-то, ребята, особо-то импульса нам и не дал. Блин, капец. Сколько там, 7 баллов, да? Так, блин, топлива нет у нас. Последняя попытка. Топлива у нас нету, да? А вот сейчас вроде бы взяли. Не, ну до конца не доезжаем все равно. Ха. Ну и что, в итоге, что у нас получается? 33-я позиция, подвинут, наверное, еще один, да? На два уровня. Ладно, ребят, короче, такое вот событие, соревнование. В принципе, новичкам полезно будет. Новичкам. Если у вас есть кристаллики, конечно. Так что, ребят, дерзайте. А, все-таки сундучок есть с краской. С деталями. Не с краской, а с деталями на супербайк. Угу. Понятно. Ну что, ребят, на этом все. Подписки, лайк, колокольчики, жмакать. Делись этим видосиком. Ну и увидимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч. Пока-пока.